салфетки Гузини овальные. Снимаю специально все салфетки вместе, чтобы вы видели оттенки, вживую видели цвет этих салфеток. Потому что вот на фотографиях производителя они все-таки очень ярко выглядят, не так, как вживую. Больше это пастельные цвета. Это темно-серый. Тут вообще вопросов нет. С серым тоже нет, серый. Вот этот цвет синий идет от производителя, но он по факту серый с таким голубым оттенком, легким голубым оттенком, такой цвет. И зеленый тоже, такой вот пастельно-зеленый, я бы даже песочно-зеленый, вот так называла этот цвет. Такой он очень тоже нежный. Так, и покажу салфетки вживую. Прямоугольные Гузини. Здесь посложнее цвета. У этих салфеток имитация, ну, я бы сказала, имитация под кожу. Такая структура есть. Они потоньше, чем овальные. Больше размера у них. Чуть-чуть. Значит, серый цвет. Он такой темно-серый. Я бы сказала, это графитовый оттенок. Похож на доску школьную, вот такой цвет. Ну, красивый такой, интересный. Вот этот цвет серый, он переводится как клей, глина. Он такой вот, действительно, как серо-глиняный, вот такой цвет. Это бежево-розовый. Это бежевый, вот, который слегка добавили розовый, только легкий оттенок розовый. И молочно-белый. Вот цвет стола белоснежный, да, здесь такой легкий такой, ну, такой приятный молочный цвет. Самый частый вопрос про салфетки, можно ли их стирать? Стирать их в стиралке нельзя, можно мыть только вручную. И они хорошо моются, то есть все пятна хорошо убираются. Даже у меня тряпка сухая, ну вот она хорошо все вытерла, без пятен она осталась.